В дома лондонцев вернули горячую воду. Подача началась накануне утром и проходила поэтапно, по мере готовности жилых домов и управляющих организаций. Однако без горячего водоснабжения по-прежнему остаются еще 7 десятков домов, там, где ведется ремонт сетей. Буквально по данным вчерашнего дня, из 1331 домов большая часть была подключена, остались неподключены 74 дома. В основном зона как будто отключенных домов – это выполнение реконструкции тепломагистраль, которая по улице Мокрова выполняется. И участки по капитальному ремонту – это в Советском и Железнодорожном районах. То есть на сегодня, получается, по Октябрьскому району остаются неподключенными 63 дома, в Советском районе 9 домов и в Железнодорожном районе тоже 9 домов. Цифры, на самом деле, уточняются. Сегодня к вечеру еще будет небольшое уточнение. По вопросам подачи горячего водоснабжения граждане могут обратиться в свои управляющие организации или в диспетчерскую службу ТКК-14.